Турция, которая в период с мая по ноябрь, всегда пользовалась огромным спросом у туристов, сейчас значительно снизила свои обороты. Несмотря на то, что с сентября месяца путешественники получили возможность посещать этот курорт, все же экономические показатели удалось повысить лишь на небольшой уровень по сравнению, например, с прошлым годом. Правительство Турции приняло новый закон, который обязывает туристов платить 1% от всей суммы бронирования, начиная с 1 ноября 2020 года. Все о Турции для туристов, а с января месяца нового года, путешественники будут обязаны выплачивать по 2%, что является вполне существенной доплатой из бюджета путешественника. МИД РФ призвал российских туристов к осторожности в Турции, конечно, такая новость вызвала бурю негодования как со стороны туристов, так и со стороны туроператоров, ведь сейчас значительно снизится спрос на данное направление. Отдыхающие, в свою очередь, не понимают, почему они должны дополнительно оплачивать бронирование, если они и так приобретают недешевые турпакеты. Рестораны Турции обязали писать состав блюд для туристов, для многих не секрет, что на сегодняшний день бюджет Турции практически пустой, и власти пытаются его хоть как-то реанимировать такими поборами. Причем падение туристического потока произойдет в кратчайшие сроки, ведь туристам будет проще выбрать те направления, где они смогут минимизировать свои расходы на никому не нужные статьи затрат. Если ситуация никак не изменится и главы Турции не пересмотрят это нововведение, то их страна вмин станет неконкурентоспособной, а следовательно туристический бизнес здесь будет экономически невыгодным. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.